Качественно подготовить собаку для службы в милиции непросто. Работа в условиях города среди огромного количества людей и транспорта требует не только хорошего обучения, но и врожденного таланта, который есть не у каждого пса. Одинцовские кинологи-милиционеры готовят собак по самым основным и востребованным сегодня специализациям. Сейчас у нас основное направление это все-таки работа собак по наркотикам. Потому как очень много, к сожалению, этой гадости, этой наркоты, в том числе в нашем районе. Поэтому востребованность в этих собаках очень большая. Вот. Поэтому мы сейчас, и у нас уже есть подготовленные собаки рабочие по этому профилю. И вот буквально в апреле месяце у нас еще 3 сотрудника с собаками, с молодыми, уезжают на подготовку в ЦКС. Собаки оперативно-розыскного профиля – это, как правило, ротвейлеры и овчарки. По наркотикам работают лабрадоры, а лучшие патрульно-постовые собаки – немецкие овчарки. На подготовку одного четвероногого сотрудника уходит от 3 до 6 месяцев. Хотя внедряемые одинцовскими кинологами современные методы позволяют сократить этот срок в несколько раз. Собаки у нас работают в условиях максимально приближенных к боевым. Это тренировки собак. Вот, на местах моделируем различные ситуации, которые могут быть. Собаки по наркотикам должны уметь обыскивать автотранспорт, должны уметь находить наркотические средства и наркотические вещества в багаже, должны уметь обыскивать местность и также помещение. Есть нормы на тренированность, на дрессированность собак. Собаки общерозыскного профиля должны прорабатывать след 3-часовой давности протяженностью до 5 километров. Причем все это в условиях города. Как вы понимаете, достаточно сложная масса запахов всевозможных отвлекающих. Вот, поэтому собакам приходится работать достаточно тяжело. Вот, но несмотря на это, у нас уже есть результативная работа собак. В самое ближайшее время в строй вступят 2 новых сотрудника – бельгийские овчарки «Малинуа». О служебных возможностях этих собак ходят легенды. Так что их работа после соответствующей подготовки должна серьезно повысить возможности кинологической службы. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».